Праздник для нуждающихся. Студенты ОМГУ факультета культуры и искусств провели концерт, посвященный Дню инвалида в Центре социальной адаптации. Молодые артисты выступили перед амичами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Они исполнили песни, сыграли на инструментах и представили хореографические номера. Организация праздничного мероприятия прошла при поддержке депутата Омского городского совета от КПРФ Дмитрия Петренко. В этот раз мне, может быть, даже посчастливилось попасть именно сюда, потому что новые люди, новая атмосфера, совсем иная атмосфера, как на обычных концертах. То есть, если поступает какая-то заявка, будь то благотворительный какой-то проект или коммерческий, мы всегда соглашаемся, особенно на благотворительный, потому что мы несем людям счастье, добро, а, как известно, работники культуры – это лекари человеческих душ. Большинство из них имеют очень мало радости в жизни, и когда, допустим, студенты ОМГУ, еще с других учреждений приезжают и оказывают посильную помощь, видна искренняя радость в их глазах. Мало просто помочь нуждающимся, нужно подать пример младшему поколению о том, как надо заботиться о людях, попавших в трудные жизненные обстоятельства.